стандартом хирургического лечения катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация. Операция заключается в удалении мутного хрусталика через маленькие проколы в глазу шириной всего около 2 мм, которые даже не требуют наложения швов. После этого через один из этих проколов имплантируют гибкую интраокулярную линзу, то есть искусственный хрусталик, которая в глазу раскрывается. Операция безболезненна, чаще всего она проводится под местной анестезией, как амбулаторно, так и в условиях стационара. Продолжительность ее порядка 10-15 минут. Ну, во-первых, жесткие хрусталики. Такие хрусталики сейчас практически не используют, так как их невозможно имплантировать через малый разрез. Во-вторых, это мягкие или гибкие монофокальные хрусталики. Это один из самых распространенных видов искусственных хрусталиков в мире. Они позволяют достичь превосходного зрения на определенном расстоянии, например, зрение вдаль или зрение вблизи. Следующий вариант – это хрусталики торические. Они позволяют избавиться от астигматизма, который есть у некоторых наших пациентов. И, следовательно, избавиться от ношения цилиндрических очков. Более подробно о проблеме астигматизма вы можете услышать на данном портале в ролике профессора Новикова Сергея Александровича. И, наконец, четвертый вариант – это мультифокальные хрусталики. Такие хрусталики имеют 2 или 3 фокуса, например, для дали, для близи и для среднего расстояния. Они позволяют в большинстве случаев избавиться полностью от ношения очков. Но, к сожалению, применение таких хрусталиков имеет ряд ограничений. Так они плохо подойдут пациенту с выраженными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва.